Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас такой банковский пакет Credit Agricole банка, пакет с 30 ноября 2018 года, 10-копеечный пакет. Здесь по 10 копеек у нас продолжение серии в поисках раритетов, и сегодня у нас для перебора такой пакет. Показать хочу, что пакет запакован, заклеен, никто его не вскрывал, и никакие монеты не были подброшены или как бы выняты из пакета, то есть все честно. Сам посмотрю и вам покажу, стоит ли покупать такие пакеты и искать здесь монеты в свою коллекцию редкие или нет. Итак, начинаем. Как мы видим, вот столько здесь 10 копеек. И у нас здесь на сумма в 10 гривен. Я все эти монетки переберу и вам, что интересное, буду включаться, показывать. Потому что вам тоже 20 минут тратить, чтобы смотреть перебор монет, думаю, не очень-то и интересно. Так что, друзья, что хоть чуть-чуть интересно, я вам обязательно все покажу. Это на 2004 год. Ну, я начинаю. Оставайтесь с нами. У нас, друзья, монетка 96 года. Такая красавица, мелкий гурт. И вот здесь обычные, самая обычная монета была. Был еще 92 год тоже. Вот такая монетка. Что мы ищем здесь, хочу вам сказать. Во-первых, мы вот берем монетку. Берем монетку. И смотрим, есть ли поворот у монетки. Поворот, если вот герб смотрел бы в сторону или вверх, это был бы поворот, соответственно, 90 градусов или 180. Потом мы ищем, смотрим, прошла ли монета гурчение. Мы видим, мелкая насечка есть, значит, гурчение было пройдено. И ищем редкие года. 1001 нас интересует, десяточки. Это очень дорогая монета, это мы ищем. И чекан, соответственно, английский, но это уже, конечно, из области фантастики, но все-таки мы смотрим и ищем эти монетки. Смотрим, ищем тоже. Конечно, тяжело найти английский чекан в таком вот пакете, но, знаете, бывает, бывает всякое. Так что мы продолжаем искать. Может, еще найдем что-нибудь. Еще одна монетка 96 года. Тоже мелкий горд. Самые обычные. Не очень ценные. Но мы отложим тоже. Отложим, отложим. Вы также можете смотреть, если был двойной удар штемпелем, можно смотреть шлюп, можно смотреть различные непрочеканы, можно смотреть раскол штемпеля. Тоже все эти монеты, они имеют какую-то ценность, больше, значительно больше номинала. И, конечно, если у вас такое попадается, то, друзья, откладывайте такие монетки, так как это делаю я. И, конечно же, когда соберется кучка таких не очень дорогих монеток, можно будет потом кучкой продать неплохо. Конечно, миллионером вы не станете, но приятно, приятно. Да и люди, которые собирают, которым нужны монеты, они будут вам благодарны тоже, что вы собрали для них. И, соответственно, у вас будет денежное вознаграждение за это. Так, я люблю монетки с поворотом, но они, конечно, считается, что если поворот у монетки есть, это пробная монета была. Но, конечно, не вот 2002 год. Может, будет и 2001. Считается, что монетка с поворотом, она пробная. Соответственно, найти трудновато. Но
Ищем, покупаем. Этот кредитор Агриколь банк, у меня попалось несколько пакетов, я взял на пробу, но я не рекомендую брать такие пакеты с этого банка, потому что там, ну, очень редко что-то можно найти. Я вроде их кто-то на канале долго уже, то там у меня есть перебор такого пакета, то мы вроде там нашли, если я не ошибаюсь, мы нашли там шестиягодничек. Хорошая монетка, она стоит где-то... Сейчас цены упали, где-то около 100 гривен, а были времена и стоила и дороже. Я думаю, у нее перспектива хорошая, монетка будет расти в цене. У меня их уже есть множество. Но, тем не менее, я продолжаю искать, искать. Может, еще найду что-то. Друзья, интересная такая деталь. 10 копеек 2003 года. Как и 2001 год, 10 копеек, 25, 50 копеек. Это очень ценные монеты в 2001 году, потому что они делались для наборов. Такие же монеты делались для наборов в 2003 году. Набор сам не вышел, но как бы и он планировался, и монеты под него чеканились. И 25-50 копеек 2003 года стоит... Ну, хороших денег, очень хороших. Около 100 долларов, я думаю. А вот 10 копеек 2003 года, ну, она не ценная считается. Вот если кто знает, почему так, то подскажите в комментариях. И по тиражу, если есть у вас информация. Спасибо вам, друзья. У нас уже такая кучка 1004 и 1992 и 96 года. Уже такое. Есть немножко монеток. Перебираем дальше. У нас последние монетки, друзья. 2009. Поворотов никаких не было. Был 96 год и 92. У меня было три монетки 96 года. Сейчас я вам все продемонстрирую. Вот они. Три монетки было 96 года и 8. Вот 8 монеток 92. Ценности монетки никакой не имеют. 96 год отложим. Они идут чуть больше номинала. Пакет кредит Агриколь банка я не рекомендую покупать пакеты с монетами, потому что там ничего нету. Я думаю, они просто перебирают их. Тот, кто их продает, перебирает их или в банке, родственники или еще кто-то. Рекомендую Ощад, потому что находил ценные монетки, и Приватбанк. Вот это я рекомендую. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось, поставьте лайки. Если не понравилось, дизлайк. И до свидания. Хорошего вам вечера.